Так, привет, друзья! Сегодня хочу вам показать устройство. Это не наше изобретение, нашел в интернете. Но информация очень довольно-таки скудная по нему. Так что делал сам по своему этому. Приспособление для протяжки шнура под лед. Для установки сетей, переметов там и так далее. Состоит это все дело вот из такой штуки. Доска, двадцатка, прорезь в ней. Здесь стоит пружинная пружина с проволоки жесткой. И добавлен пенопласт, чтобы ее поджимало. Все очень просто. И довольно-таки рабочий вариант. А, ну здесь я сделал салазки, чтобы сбоку, видите, чтобы площадь соприкосновения льда была поменьше. Ну, как на коньках, они катятся подо льдом. Запихиваем ее под лед. Запихиваем это дело под лед. Оп, оп. И вот такими движениями. Ай, холодно. Она пошла у нас, видите? Неудобно. Ну вот она под льдом. Я ее оттягиваю сюда, она уходит у нас туда. Оп. И потихоньку она пошла. Вот он под водой идет. Вот толщина льда, но я думаю, что его заметно. Вот сейчас, если я буду тянуть за эту веревочку, он потихонечку пойдет у нас под лед. Оттянули, отпустили. Оттянули, отпустили. И он пошел. Направление регулирую веревочкой. Давайте вот так попробуем. Оп. Оп. Все, он пошел. Видите? И так до конца. Суть понятно, как прогонять прогон, я думаю, да? Единственное, что надо удобнее лично это делать вдвоем, чтобы я здесь водой полил лед, чтобы было видно маленько хоть. Отошел кто-нибудь подальше. Лед расчистили, если вас его снегом занесло. Ливанули водички и пошли. Все легко и просто. Не нужно долбить через каждые 3 метра лунки, вырубать шесты, вылавливать эту веревку, протягивать. Вот, запустили. Это изобретение финнов. Как называется? Финская доска. Ну и информации по ней в интернете очень немного. Вот, что у меня получилось из этого. Так что всем рекомендую. Не забывайте, кому понравилось, подписаться на канал. Будут еще новые видео. А пока, всем пока. До свидания.